Так, 7 лет. Дэвид учится ставить маме пиявки. Сам лежит тоже под пиявками. У него варикоцелия. Мы ставили здесь ему две пиявочки. И в это же время он учится делать пиявки маме. Малышу всего 7 лет. Мама боится. Я ее пыталась обучить. А вот этот вот гений мальчик. Мой хороший. Сейчас посмотрим, как маме он сделал пиявочку. Смотрите, как все просто. Вторая укусит. Все в перчатках. Нет, одной достаточно. Если одна взялась, аккуратненько убирай шприц. Да, взялась. Умница, Дэвид. И спасибо, мама. Мама не Все, она смогла. прицепилась. Да. Только смотри, жопку не оторви ей. А то она будет плакать. Да, давай я тебе здесь помогу. Тогда как? Не знаю, как Ты насчет. шприцом вот так вот вниз, 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 и она тогда отпустит. Да? Давай я помогу тебе. Вниз, вниз, вниз шприцом. Вот Все? так Нет, там вторая еще лезет. вот. Вот так вот. Сейчас отпустит. Вот, молодец, все, сеанс герудотерапии произведен Делаем. семилетним мальчиком.